Привет! Это игра под названием «Привет, сосед! Прятки!» Мы продолжаем, у нас уже четвертый этап. Да. В прошлый раз мы были пожарными, в этот раз у нас какая-то ледяная карта зимняя. Посмотрим, к чему это приведет. Так, вот она видит грустного отца, который сидит и скучает у себя в кресле. Нам так и не сказали, жива ли их мать. Она просто, может, попала в какую-то аварию, может, она умерла. Но атмосфера у них накаленная. Младший или старший брат, непонятно, он психует в своей комнате. Она приходит. Хочет его успокоить. Такая: «Эй, мужик! Ну ты чего, как тряпка? Не надо грустить, пошли!» И сначала он отказывается, но потом он все же решил согласиться с нами на игру. И в этот раз мне даже самому не дали открыть дверь, она сама сюда вышла. 13. Какая-то труба. Так. Давай посмотрим. Тут стоят какие-то зомбаки, а там лежат мозги. Видимо, я тоже зомбак. Блин, а их можно убрать? Отойдите, пожалуйста. 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 Они не хотят. Ладно, здесь у нас получается тупик. И здесь у нас забор. Следовательно, эти мозги мы потом как-то сберем. Вот здесь у нас была тропинка. И вообще есть труба. Можно попробовать полететь. Стой. Как-то слабо. Может, ее можно будет усилить, я не знаю. Получается, раз мы зомбак, следовательно, наш брат... Где он? Где он? Где он? Нифига себе, бородач. Мне надо узнать, где прятаться. Вот у нас какой-то мешок. Да, мы прячемся в мусорном мешке. Но вообще, это не особо здорово, потому что их не видно. Тут очень полно каменных плит, и это сливается. Если честно. Бинокль возьмем обязательно. Тут у нас какая-то хижина, возможно, как раз нашего брата. Книга. О, 13. Ага, я знаю, где 13, я там только что был. Можно туда, соответственно, сбегать, посмотреть, куда закинет. Блин, где подъем? А ну, отвали. Отвали, лузер. Оба-на. Все, успокоился? Уже сильнее, но все равно недостаточно. Видимо, несколько нужно найти рычагов. Так, стой. Да блин, нафига ты бросаешь? Это у нас просто тупик получается, да? Вон туда мне по-любому надо забираться, потому что там вон есть выступы. Вон там чувак и свеча у какой-то могилы. Следовательно, туда мне, скорее всего, надо подойти. Стоп. Прошлый уровень был очень простым. Так что, возможно, этот будет очень сложным. Я не знаю. Эта книга не сюда, да? Видимо, да. Ладно. Ладно. Главное, надолго здесь не застрять, а то будет не особо-то здорово. В общем, эту хижину мы обыскали. Вон еще могила, блин. Кнопки вечно путаю. Тоже подсвечено. Ничего я сделать не могу. Вот сюда, видимо, скидывать нужно мозги. Но для начала их нужно еще найти. Здесь у нас что? Лед. Внизу у нас есть комната какая-то. То есть батарея, велик, лом, кровать. Следовательно, скорее всего,
мне кажется, логика заключается в том, что нужно врубить батареи и... Лед растопится. Вон там у нас что-то есть, какая-то труба еще. Да блин, ты издеваешься. Где хоть один мешок? Где? Где? Блин, вот об этом я и говорю, неудобно, лучше бы. Они сделали их какими-нибудь розовыми. Все, отдыхай. А то их очень сложно искать, мне пришлось бежать не знаю сколько. Блин, ты издеваешься? Отвали! Вот он идет ко мне. Подходит, подходит. Все. Всего доброго. Мне с тобой не понравилось общаться. Оббегаем это. Блин. Где я там что видел? Там вроде вырытая могила была. Вот она. Оба-на, и здесь сумочка матери получается. Да, следовательно, она мертва. Это такой намек на ее смерть или что? Если да, то он толстый. 33, следовательно, мне надо рычаг 33 где-то найти. А здесь? 13. Ладно. Вот здесь я не был еще, вот. Сюда можно попасть, нет? Как-то странно. Может, это тоже надо растопить? Ладно, пойдем тогда назад. Блин, отвали! Индюк! Все, бежим. Задолбал. На прошлом уровне он меня вообще не напрягал. Потому что я там в основном бегал по крышам, занимался паркуром. Да и целей у меня там было не особо-то много. Так, парочка мест и все. Но вот здесь. Так. Надо разобраться, что делать с зомбаками. Можно попробовать в них просто бросать вещи. Блин. Книга мне, наверное, пригодится. Полежи здесь. Да ну нет. А я могу их ударить? Крысы, блин, уйдите. Как их убрать? Главное, чтобы сумка туда тоже не залетела. Он двинулся. Стой. Как это случилось? Стоп, стоп, я его подвинул. Блин, как это произошло? Стой, ты тоже отойдешь? Я его типа несу или что? Это странная фигня. Блин, как их нести-то? Он сам цеплял как-то, она. Я за девочку играю. Лузеры. Я даже не понял суть. Хотя, возможно, все дело в сумке, но это странно. Потому что они вроде как цеплялись за эту сумку. Ладно, сумочка, ты у нас будешь лежать здесь. Пока я не разберусь, зачем ты мне. А возможно, она мне даже не пригодится, потому что здесь... Обычно дают целую кучу бесполезных вещей. Блин, где бинокль? Он улетел, да? Я просто хочу с собой книгу взять. Полетели, куда сейчас меня подкинет? Нифига себе. Куда я лечу-то? Я перелетел. Но я понял то, что теперь эта труба вообще максимум заряжена. Блин, я надеюсь, я не вообще за пределы улетел карты. Хотя здесь же есть кнопка «Я застрял».
Там, наверное, ничего нет, да? Или есть? У меня вот с собой мозги эти долбанные, надо было их скинуть. Ладно, здесь термометр какой-то. Еще рычаг. 25. 1. Сюда, видимо, нужен рычаг. Или вентиль. Где его найти? Зачем мне эта глупая книга нужна? Может, я ее просто так с собой таскаю? Вон там что-то есть. Вон там что-то есть. А это труба. Первая как раз-таки. То есть мне нужен вентиль. Так. Здесь у нас что? Какой-то магазин. Не могу зайти? Блин, зачем я тогда мозги выложил? Супер. Ладно, пойду назад. Я сейчас какую-то трубу открыл. Да? И что-то еще включил. То есть здесь написано температура. Следовательно, возможно, я включил как раз-таки те батареи. Возможно. Так, тут коробки, надо запомнить. О, можно забраться здесь. И вон там, наверное. Я хотел еще попробовать, но ладно. Посмотрим, что здесь. Здесь есть труба. Как раз 25-я, которую я включил. Полетели. Ладно. Блин, давай лети. Так. Куда мне идти? Да, там растопилось. А вот сюда я не могу допрыгнуть. Хорошо, что я не разбиваюсь, я с таких высот прыгаю. Огромных. Так. Один. Есть. Эй, а я думаю, что за фигня? Ясно, у меня даже четвертой части нет. Ну давай посмотрим, что у нас здесь. Зачем мы это растапливали? Не совсем пока понятно. А книга не намокнет, но... Ладно. То есть вот у нас батарея. Вот еще. Велик взять не могу. Точно, лом здесь лежал. И возможно я в том магазине теперь смогу открыть проход с помощью лома. Блин. Этот уровень, наверное, самый сложный. Здесь все запоминать надо, хотя карта не особо большая, она делится на две части. Как я понял, и во вторую часть я могу попасть только с помощью этой трубы. По крайней мере, пока. Не знаю, как будет потом. Блин, не перелетай. Здесь я еще хотел забраться. А ну давай. Так, потому что я видел наверху трубы. Тихо, блин, тут такие глупые прыжки. Я об этом постоянно говорю. Так. Вот я опять здесь. Оба-на, я забрался. А здесь цифр никакой нет. Тут одна труба, мне казалось, две. А, ясно, там просто дырка. И это меня закинет на верхнюю полку. 33-й. А это меня кидает... Туда? Ну, давай проверим. Туда я явно забраться не могу, следовательно, надо отсюда куда-то спрыгивать, да?
Может, на эту церковь? Ладно, давай попробуем. Блин. Может, да, может, нет, непонятно. Я как-то криво полетел. И этот школьник обитает только на одной части карты, то есть там я могу спокойно перемещаться. Опять же. И он меня уже не напрягает практически. Иногда только. Я не могу сразу вот сюда приземлиться. Нет? Ладно, идем в магазин. Наверное. А я, кстати, какую-то трубу вроде врубил, да? Это не вот это? Вроде нет. Идем. Сработало. Хотя зачем мне вот это, я и так пройду. Так, это мне, наверное, больше не пригодится. Доска. Так, книга тоже лежит здесь. Бинокль. О, зомби, привет. Что покупаете? Мясо, а мозги? Какую-то женщину прессуют. Ладно, что у нас здесь есть? Ага, холодильники. И дам мозги. Раз. Сколько их вообще? Оба-на. Два. Наверное, много. Потому что тут приличное количество этих холодильников. Так. То есть это три. Ладно, давай положим. Три. Здесь у нас еще холодильник. Это четыре. Блин, каждый раз еще оббегать надо. Может, мне легче было взять эти ящики и забираться на них? Которые как раз-таки вот здесь вроде лежали. Ладно, я схожу за ящиками. Давай попробуем. Просто иначе это может надолго затянуться. Я надеюсь, я не проваливаюсь через эти ящики. Три, наверное, много. Одного, может, хватит. Но этот я открыл. Одного не хватает. А двух хватает. Следовательно, этот лишний. Блин, открой. Так, где еще? Этот мы открыли? Открыли. Этот не открыли. Оба-на. Нет. Ставь ровно! Что ты делаешь? Вот. Блин, их уже целая куча. Стоп. Давай выложим, чтобы две коробки таскать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это я только здесь нашел? Серьезно? Шесть? Это я еще половину не обыскал магазина, да? А где коробки? Стоп, где я их оставил? Вот. 6. Тут мы осмотрели. Что это такое? Ошибка. Ой, достижение. Блин. А что будет, если я туда упаду? Я не хочу падать, ладно. Ладно.
А то вдруг придется заново уровень начинать, или типа того. Или просто переться сюда. Так, что мы еще не взяли? Сколько у нас есть? 6 мы находили. Это мы открыли. Это открыли. Это открыли. Этот не открыли. Блин, надо будет потом наверх забежать. Да ё-моё, поставь. Получается сколько? 8? 3. Да, 8. Давай, осмотримся. Этот взяли. Этот взяли. Этот взяли. Тихо. Вон там в конце не было холодильника. То есть, по логике, я должен был паркурить все это время. Этот взяли. А вроде все. Во всяком случае, если мне не будет хватать мозгов, я вернусь в этот магазинчик. Сейчас мне нужно это все утащить. Как-то. 4. А где у нас был выход? Наверху вроде, да? Это предпоследний уровень, кстати говоря. Следующий будет финальный. Но вообще, сама по себе история какая-то слабоватая. Здесь же практически ничего не рассказывают. Есть тут какие-то ролики на пару секунд и все. В основном мы просто бегаем, что-то ищем, потом показывают, что у них отец страдает, потом они опять бегают, играют. Сейчас посмотрим. До половины не дотягивает. Здесь с этим разобрались. Там мы разобрались вначале с зомбаками. В этом доме я взял книгу. Вот есть какие-то могилы, есть вот это здание. Вот эти могилы подсвечены. Блин, и по сути вот здесь мешок какой-то. Рядом с могилой. Возможно, мешок с трупом. Но, по крайней мере, когда мы туда залезаем, это точно становится мешком с трупом. Блин, где этот тупой школьник? Где? Отвали. Он сейчас у меня подрежет парочку мозгов, и будет вообще не круто. Этого вот мне только не хватало. Почему у меня нет какой-нибудь безопасной зоны, где он меня не может трогать? Оба-на. Так, еще 4 штуки, потом я опять возвращаюсь сюда. Вот эта труба включена, нет? Если нет, надо искать рычаг. Она не включена. 1, то есть мне нужен вентиль. Здесь нет вентиля. Вентиль, вентиль. Вентиль. Где у нас вентиль лежит? Здесь его нет. Вот это я не смогу открутить? Или смогу? Эх. Ладно, давай пробежим сюда. Может, здесь что-то скрыто? Нет, не скрыто. Здесь стена. На стуле я вряд ли смогу под таким углом забраться. Блин, где вентиль взять? Идем наверх.
Он может вон там, кстати говоря. Ага. Я про это место совсем забыл. Так, как я туда добирался уж? Эта труба нас несет сюда. А, вон туда надо, точно я вспомнил. Следовательно, мы сейчас скидываем, идем туда. Смотрим, что там. Так, больше половины уже есть. Это хорошо. Это приятно. Этот чудик меня еще не ловил. Это вдвойне приятно. Но реально, вот больше всего он досаждал на первой локации. Все. Уже начиная со второй было не так. Блин, опа-на. Идеально. Так, летим на эту полочку. Стоп, 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 отсюда мы не допрыгиваем. Попытка номер два. В прошлый раз я не долетел. Можно попробовать вот так. Прыжок. Давай, давай, давай. Он не долетает. Я долетел сюда. Блин, отсюда никуда нельзя попасть. Следовательно, мне надо повторить процедуру. Может, я что-то не так делаю? Может, туда вообще не надо? Но я потому что больше не знаю, куда мне идти. Если не туда, то куда? Так что, безусловно, нам нужно отправляться туда. Блин! Иначе эти трубы какие-то бесполезные, так ведь? Так. Угу, не упади. Не упади. Вжих. Вжих. Отсюда я не долетаю. Может, мне вот сюда попытаться спрыгнуть? Долетит. И не соскользнула. Тут есть какой-нибудь проходик? Блин. Но вот здесь я помню, да, вот эта доска. Оба. Лопата. О, вон те могилы можно выкопать, наверное, да? А вентиль где? Глупая фигня. Сколько могил получается? Раз, два. Это и так выкопано. Может, вон там вентиль я упустил где-то. Надо сходить посмотреть. Вообще, сейчас мы будем заниматься не самым благородным делом. Выкапывание могил. Это какое-то мародерство. Ищем мы там мозги. Стоп, я хочу сюда забежать. Вентиль. Нет? Нет вентиля. Уверены? Ладно, его здесь нет. Где-то ведь он должен быть. Я думаю, что вентиль и все, уровень пройден. То есть, по сути, это не такая уж сложная игра. Как мне казалось сначала. Так. Вентиль. Нет вентиля.
Ну хоть где-нибудь. Ладно, я отнесу мозги. И потом буду искать. Это может, наверное, надолго затянуться. Потому что придется все обходить. Вот здесь у нас что? Ничего. Где же может быть вентиль? Можно сходить еще раз. Стоп, на этой трубе я не летал. Но она нас опять же сюда кидает. Как-то жестко, к тому же. Ладно, я буду искать. В общем, я прошел пару метров. Я был там, спрыгнул сюда и увидел эту доску. Я ведь там не был. Отлично. И... Оба-на, тут какой-то ящик. Я надеюсь, там вентиль. Если там не вентиль, то это хана. Тут вентиль. Кстати говоря, я еще вспомнил вон про то место. Там еще что-то нужно делать. Ну да ладно. Сейчас с этим вентилем, значит, отправляемся туда. Главное, чтобы он меня не поймал, иначе это конечная. Придется заново все искать, а я ведь почти закончил. Так. Ну-ка. Где этот вентиль применяется? Как раз там. Точно, точно. Давай. Так. Блин. Ты издеваешься? Вот. Вот. Все, теперь заработало. Можно взять ломик. Потому что там еще доски были. Где он? Вот мой ломик. Книга непонятная. Мне кажется, книгу я просто так таскаю. Как утюг в прошлом уровне. Тоже бесполезная вещь. Ладно, ломик мне еще может пригодиться. Мне кажется, ты немного промазал, нет? Окно, вот оно. Давай еще раз. Дадим тебе возможность залететь. Тихо, там наверху что-то было. Какой-то чувак. Странная фигня. Это огромный телевизор. И здесь ничего нельзя потрогать. Что у него там лежит вообще? Мозги, но они крошечные. Может выключить телек, кстати говоря. Розетки здесь нет. А вот это что? Фигня какая-то. Ну не надо падать. Сработало. Он сильно напрягал. Мозги выросли, кстати говоря. То есть он сидел и деградировал здесь. Но я не могу все равно взять. Ты издеваешься. О, вот, на, читай. Да блин, возьми. Может, реально, читай? Читаешь? Ясно.
смысле? Это реально сработало. Есть мозги, но я не залетел туда. Лом у меня где? То есть... Как это работает-то? Вот. Только непонятно, что здесь надо искать. Книга. Это, наверное, для последнего места. Точно. Ничего нет. Это место у нас было вон там где-то. Только почему вот отсюда нельзя по-быстрому выбраться? Каждый раз надо вон туда опереться, прыгать туда. Спрыгивать оттуда. Это надоедает. Это, кстати, какая-то волшебная книга. Она светится. И, наверное, это все. Где эта фигня? Там или там? Да, она здесь. Куда ее вставлять-то? О, добрый день. Они мне ничего не дали, зато прыгнули в кусты. Ладно, дали. Так, но это нельзя за раз утащить. Надо было скинуть этот мозг. Придется возвращаться потом. А вдруг он меня поймает? Будет неприятно. Сколько их там вообще в сумме? Я даже не считал. Но много. Одного, наверное, как раз не хватает. Или двух. Но я надеюсь, одного. Иначе придется потеть, бегать, искать. Это и так уже затянулось. Надолго. Надеюсь, финальный. И барабанная дробь. Да. Он ее пристрелил. Он ее обижает. Ударь его стулом. Вот он, дикарь. Надо ему тоже пальнуть в отместку. Почему он злится на нее? Она же ничего не сделала. Он опять хочет играть. Он вообще нормальный? Пим-пум-пам. Что ж, ладно. Можно тогда на этом закончить. Пока.